Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Урок 27, номер 1. Знакомимся с новой единицей длины. Это дециметр. 1 дециметр равен 10 сантиметрам. Посмотрим. Единичный отрезок равный 1 сантиметру. В 1 дециметре таких отрезков 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это правило, которое нужно запомнить навсегда. 1 дециметр равен 10 сантиметрам. Дециметр обозначается буквами ДМ. 1 ДМ равен 10 см. В 1 дециметр входит 10 сантиметров. Разберемся. 2 дециметра. Это будет 20 сантиметров. 3 дециметра. 30 сантиметров. 4 дециметра. Это 40 сантиметров. 5 дециметров. 50 сантиметров. 6 дециметров. 60 сантиметров. 8 дециметров. 80 сантиметров. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.